Всем подводникам салют. Ребят, мы приехали на Уфимку, и как бы нам повезло сегодня. Сегодня очень хороший прозрак. Какие твои прогнозы на сегодня? Ну, не знаю, постараюсь заснять видео, может быть, там с нами один лютый аксакал есть, потом мы его представим в конце съемки. Интрига. Да, надеемся нормально сегодня набить. Как бы не будем говорить, где мы, на Уфимке, короче. Thank you.
Ребят, что рыбалочка удалась. Сейчас покажу, что поймал. В принципе, неплохо. Ловчик есть. Сейчас посмотрим, что аксакал наш там наловил тоже. Вот приплыл наш аксакал. Это нормально? Нет, ближе подойди, тебя не видно. Расскажи свои впечатления о маршруте. Сейчас в воду залезу. Я про последний километр скажу. Последний километр плыть не надо было. Ну хули, расцвело, да, уже? Расцвело. Да. Ну, часа 4,5, да, маршрут получился у нас? Не знаю, но у меня... Да, вот здесь вот за 4 метра до финиша последний фонарик начал мигать. Да? Да. Ну, все нормально. Ну ты что, доволен, рыбалочка? Ну конечно так. Прозак хороший, да, рыбы много, в принципе. Ну, не, прозак под конец вообще классный. Да. Я же тебе говорил, на Усть-Салдыбаши пойдет. А ты не верил.